подготовительных курсов. Мы все время рядом. Наша группа попросила меня сделать вам в честь праздника 1 сентября маленькие подарочки. Закройте глаза, да, Александр. Подарочки от души, символичные. Ну, а так как ребята у нас молодые, продвинутые, да? И они говорят, Эдуард Александрович, вы самый первый оператор, который снял фильм «Под водой» в России. Который впервые применял столько груды техники, что уму непостижимо, и им просто в силу моего современного образования не понять этого. Поэтому они делают просто. Они идут в магазин, покупают ту технику, которая продается просто легко на полочке, приходят в бассейн и снимают. И они вам дарят фотоаппарат, с которым можно просто прийти в любой водоем, опуститься и до 6 метров снять все, что творится. Снять «Амфибию 2». А, уже кто-то снимал. Кто снимал, Вася? Или кто? Нет. Матюр. Кирилл. Добра. Добра уже протестировал бассейн. Минус 6 метров. Это вам подарок от всей группы. Все, взяли и снимайте. Ничего не надо, Александр. Нет. Хоть фото, хоть видео. Видео в поддержке хай-дефинишн? Ну да, естественно. Да, ну, да. Видео в поддержке хай-дефинишн. То есть современные технологии. Это ваша группа. Инициатива, ну я вот чем мог, помог. Далее. Это уже моя личная инициатива. Группа начинает чем дальше, чем больше расхлябываться. Дисциплины никакой. Каждый мошенник? Каждому ошейник нужен. Каждому надо контролировать. Голосовой. Каждому надо названивать. Поэтому это уже тоже группа решила вам презентовать такой маленький телефон с большими кнопочками. С большими. Но сразу. Анастасия, номер один. Отбой. Там. Сережа Гос, номер три. А два. Отбой. И так всех. Это тоже вам. От группы. Телефон с большими кнопками, которые легко контролируют всю группу. Телефон, ребята, вам помогут настроить там, на карты перекинуть, настройки всякие. Та-та-та-та. Все, Эдуард Александрович, еще раз. От меня лично. От 1 сентября. Я думаю, ребята, что у вас, от меня лично, у вас есть просто уникальная. Уникальный случай в этой жизни, в вашей жизни, вообще в это столетие, общаться и учиться у Эдуарда Александровича. Этого не было в прошлом столетии, этого не будет в будущем столетии. Такие люди, как Пушкин, раз в год рождаются. И у вас есть возможность у такого человека учиться. Ребята, цените. Я вам говорю, как взрослый человек. Спасибо тебе большое. Ну что, до свидания. Я побежал.